С миром принимаем. Назовитесь, кто вы, фамилия, имя? А вы в эту книгу где видели, у кого? Так, вы зайдите в... Доброго здоровья всем. Царь небесный, утешите души истинным, пребывающий везде и все наполняющий, сокровищница благ и жизнеподатель, приди, вселись в нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, начинаем изучение главы 20 книги Откровения Святого Иоанна Богослова. Небольшое предисловие. В приложении 1 было изложено хелиастическое учение о тысячелетнем царстве. Термин «хелиазм» происходит от греческого слова «тысяча». Это древняя ересь о тысячелетнем земном царстве Христа непрестанно звучит ныне с сектантских кафедр. Также звучит их проповедь о скором втором пришествии Христа на землю, которое произойдет невидимо для мира. Мир заметит только, что вдруг исчезли с земли верующие люди. Верующие же увидят грядущего Христа, мертвые воскреснут,
а живые изменятся и восхищены будут навстречу Христа. Это воскресение первое. Неверующие же тут не воскреснут. Вследствие этого учения верующие живут каждодневно в напряженном ожидании пришествия Христова, которое может случиться в любой день. Для оставшихся на земле разразится великая скорбь гонений Антихриста. Эта скорбь будет непродолжительна, церковь в нее не войдет. Сектанты особо утешают себя тем, что им не придется испытывать великую скорбь Антихриста. Потом, мол, снова придет Христос на землю и создаст на ней свое царство. Будет видимое, чувственное царство Христа на земле, когда уже никто не будет искушаем к греху, когда будет царствовать добро, справедливость, братство, истина. Сатана на это время будет связан. Тогда исполнится все сокровеннейшие чаяния народов о царстве счастья на земле. Главенствующую роль в этом царстве будут играть евреи. Потом еще раз будет сатана отпущен и подвигнет все народы Гога и Магога на восстание против Бога. И тогда придет конец, страшный суд. День страшного суда воскреснут все грешники и будут осуждены на вечные муки. Праведники на страшном суде не судятся, ибо уже ранее воскресли и царствуют со Христом. Так проповедуют сектанты. Существуют всевозможные вариации этих еретических хитросплетений, но в основном они сходятся на том, что будет предварительное восхищение церкви, а потом тысячелетнее земное царство Христа. По ходу изложения православного толкования будет показана ложность хилиастического учения. На первый взгляд может показаться, что весь этот вопрос имеет чисто второстепенное значение и относится к области богословских мнений и споров, не имеющих никакого практического значения для спасения человека. Но именно в этом вопросе мы особенно убедимся, что нет ереси, которая бы не была пагубна. Далее разберем историю и гибельную сущность этого учения и увидим ту бездну, которой оно ведет. Вопросы по предисловию, если есть, понятно. Итак, начинаем изучение 20 главы, 1 по 3 стих. Откровение Иоанна Богослова. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Толкование. Таково видение Иоанна о поражении сатаны и его тысячелетнем заключении. Причиной неправильного толкования этого видения является то, что некоторые толкователи ставят текст 20 главы в непосредственную связь с 19 главой и считают его продолжением. Для этого нет, однако, никакого основания. А разбор этого текста и других мест Писания показывает полную неосновательность и ложность такого сопоставления. Иоанн видит ангела, сходящего с неба. Это
Великого Совета Ангел. Пророк Исаия 9.6. Господь и Ангел Завета. Малахия 3.1. Господь Иисус Христос именуется ангелом, как посланник и вестник небес, как ходатай Нового Завета. Евреям 12.24. То, что сходящий с небес ангел, которого здесь видит Иоанн, есть именно сам Христос, видно из следующего. Во-первых, он имел ключ от бездны, а мы уже знаем, что сам Господь говорит о себе, цитирую, «Имею ключи ада и смерти». 1 глава, 18 стих. Он, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. В этом читаем в 3 главе, 7 стихе. Ключи от ада и бездны никто не имеет, кроме самого Христа, ходящего в ад и пленившего плен. Ефесянам 4.8. Во-вторых, в отличие от звезды, падшей с неба на землю, в 9 главе 1 стихе, который, цитирую, дан был ключ от кладезя бездны, этот ангел не получал от кого-то ключ от бездны, но сам имел его. А это приличествует только тому, кто сам имеет всю власть над небом и адом. А это приличествует только тому, кто сам имеет всю власть над небом и адом, пред именем которого преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Филиппийцам 2.10. Самому Иисусу Христу. В-третьих, этот ангел изображается победителем сатаны, таковым явился Христос. Цитирую, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3.6. Он отнял, цитирую, силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2.15. Так, Рустам, вы малыша зачем добавили к нашему чату? Прошу подключить, пишет. Подключили его. Это тут раз говорил. Дьявол и сатана представляются, как и в 12 главе в виде дракона, змея древнего. Теперь можем подойти к одному из ключевых моментов в толковании этого текста. Чтобы понять, что такое есть тысячелетнее царство, надо хорошо выяснить, с какого события оно начинается. Стихи 1 и 3 как раз это и описывают. Тысячелетие начинается с низложения сатаны Христом, описанного пятью выражениями. Первое. Он взял дракона. Второе. Рустам, микрофон. И сковал его. Третье. И низверг его в бездну. Четвертое. Заключил его. Пятое. Положил над ним печать. О том, когда все это произошло, ясно говорит Писание. Далее цитируется Евангелие от Матфея, 12 глава, 29 стих. «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?»
и тогда расхитит дом его. Господь Иисус Христос, придя на землю через свое служение и учение, через крестную смерть и воскресение, расхитил вещи лукавого, а значит, прежде связал его. Далее цитата 1 Иоанна 3:8. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 1 Иоанна 3:8. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колоссянам 2:15. Первый раз Христос приходил на землю, приняв плоть и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу, смерти, то есть дьявола. Евреям 2:14. Сатана был полновластным владыкой земли. Но вот настал день Голгофы, день крестных страданий Христа, и Господь говорит: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Евангелие от Иоанна 12:31. Как ранее уже Господь говорил ученикам своим: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Евангелие от Луки 10 глава 18-19. «Затрепетал сатана, и все силы его, когда увидели Христа на земле и дела его. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас?“» Евангелие от Матфея 8:29. И они спросили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Лука 8:31. Но скоро пришло время, и через крест Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. 2 Петра 2:4. «И ныне ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узов под мраком на суд великого дня». Послание Иуды 1:6. А святой Ириней Леонский пишет, что в пришествие Христова дьявол в первый раз узнал, что он осужден в бездну и гиенну огненную. Итак, Христос в первое свое пришествие в мир через крест отнял силу у сатаны, лишил его державы смерти, подверг позору и восторжествовал над ним, изгнал и низверг его, разрушил дела его, связал узами адского мрака и заключил в бездну. А именно это и означает символическое действие ангела над древним змеем, введение Иоанна. После крестной смерти Христа и его славного воскресения сатана изгнан из мира и не является более его князем. Его особое место пребывания теперь – это бездна. Большая цепь в руке ангела Христа – это связующее и удерживающее действие Божие над сатаной. Над низверженным и заключенным врагом рода человеческого положил Христос печать своего креста, от которой трепещет вся сила вражья, ею запечатывается сатана в бездну и не допускается до души и тела человека. Этой
печатью запечатлевается всякое священное действие, отгоняющее и связывающее лукавую силу. С другой стороны, печать, положенная над сатаной, означает твердость охраны и то, что без воли положившего печать, бездна, содержавшая сатану, никем не может быть открыта. Василий, посмотри, как он сел, даже не пошевелится. Таким образом, тысячелетнее царство начнется не после второго пришествия Христова и великой скорби Антихристовой, как учат хилиасты. Оно уже началось с первого пришествия Христова в мир. Голгофа – вот начало тысячелетнего царства. В 11 главе, в 7 стихе сказано, что по окончании свидетельства двух пророков Илии и Еноха дьявол выйдет из бездны в лице Антихриста и в лице Антихриста победит. По учению сектантов, сатана будет связан на 1000 лет и заключен в бездну после низложения Антихриста. Впрочем, тогда, когда же он выйдет из бездны, он, если он туда еще и не заключен? Ясно, что сатана был заключен в бездну до деятельности Антихриста. А до Антихриста таким событием может быть только крестная смерть и воскресение Спасителя. На основании 11 главы 7 стиха ясно также, что выходом сатаны из бездны на малое время ознаменована деятельность Христа. Так искупительной жертвой Христовой сатана был связан и заключен в бездну, дабы не прельщал уже народы. Но, скажут многие, разве это так? Разве дьявол не ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить? 1 Петра 5:8. Разве невидимо ужасающее действие дьявола на мир? Основываясь на подобных рассуждениях, хилиасты утверждают, что сейчас сатана, свободен, в будущем же сатана на 1000 лет, в будущем же будет связан на 1000 лет, и когда уже никто не будет, и тогда уже никого не будет прельщать. Но мы уже видели однозначное свидетельство Писания о том, что Христос через крест связал сатану. И действительно, после совершения Христом искупления людей в жизни народов, все совершенно преобразилось. Выражение «дабы не прельщал» не означает, что никто не будет прельщаем к греху. Слово «дабы» означает намерение, цель. Подобным мы встречаемся в Евангелии от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для того, чтобы верующие во Христа не погибли, Он приходил в мир. Но мы знаем, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Матфея 7:20. То есть не всякий, верующий во Христа, спасется, хотя для этого и приходил Христос. Намерение Бога не исполнено, так как верующие не выполняют условия спасения. Так и в нашем выражении «дабы не прельщал» указано намерение, цель относительно сатаны. Но не выполняющие необходимые условия, естественно, подпадают обольщению сатаны. Однако, если прежде человек не мог избежать сатанинского прельщения, ибо сатана был князь века сего, то теперь через спасительную печать креста Христова всякий может оградиться от сатаны.
ибо тот связан. Так святой Викторин пишет: кто бодрствует в сердце своем против нечестивых обычаев, тот есть священник Христов, и по отношению к нему дьявол поистине связан. Дьявол и ныне ходит, как рыкающий лев, но как лев связанный и заключенный. Лев в клетке не менее свиреп, чем на свободе. Два заточают в клетку, дабы никто не был им растерзан, и люди находятся действительно в безопасности. Но неосторожно подходящие к самой клетке или входящие в нее претерпевают от разъяренного льва не меньший вред, чем если бы он был на свободе. Так и ныне люди, сами приближающиеся к лукавому, впадают в грех и искушение. Люди же, прибегающие ко Христу, имеющие его печать, побеждают искусителя силой Христа и крови Христовой. Потому дерзновенно пишет святой апостол Иоанн: мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Верные понимают эти слова апостола, ибо сподобляются пережить их на себе. Связанность сатаны практически можно обнаружить в таких трех явлениях. Во-первых, явное уменьшение власти греха над верующим человеком. Мы видим, как легко в Ветхом Завете даже праведники и угодники Божии впадали в грехи, от которых без особого труда бывают свободны рядовые христиане. Например, святой царь Давид. К нему приближается красивая женщина, и он, великий пророк и псалмопевец, пойдет в прелюбодеяние и убийство. Теперь же среди искренне верующих такие грехи почти не встречаются. И это не потому, что грех стал слабее, или люди стали сильнее и менее склонны к греху. Дело совсем в другом. Сейчас сатана связан, и верующий, прибегающий в искушении ко Христу, может его силой побеждать грех. Когда человек взирает на Христа, то сатана бессилен, обольщает, но не может обольстить. Теперь мы впадаем в грех только потому, что сами не бодрствуем над собою и не прибегаем ко Христу. Во-вторых, объясняется связанность сатаны. Связанность сатаны видна из того, что Господь дает своим последователям власть изгонять бесов, врачевать больных, воскрешать мертвых и даже прощать и оставлять грехи. Это смотри Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стих, и Евангелие от Иоанна, 20 глава, 23 стих. Священнодействует священник, и в бессильной злобе отступает связанный враг, нисходит благодать. Если бы сатана не был связан, то мог ли человек приказывать ему и его слугам? Мог ли его изгонять? Мог ли прощать грехи? Конечно, нет. Жизнь святых – вот вереница примеров победы человека силой Христовой над силами ада. В-третьих, связанность сатаны проявилась в уничтожении идолопоклонства. Цитирую 1 Коринфянам 10:20. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но вот явился Христос, падет язычество, а с ним и это поклонение сатане. Рушится царство сатаны на земле, осуществляется через шесть великих языческих царств.
окончилось это великое прельщение народов древним змеем. Царство Христово покоряет земли и народы. Так через крест Христов сатана был связан и заключен в бездну, доколе не окончится тысяча лет. Илиаст утверждает, что это будет тысячелетнее царство Христово на земле, длящееся буквально тысячу лет, которое начнется после восхищения церкви и времени Антихриста. Но это явно противоречит тому, что тысячелетнее начинается не после восхищения церкви, а сразу после первого пришествия Христова, после его искупительной жертвы на кресте. К тому же мы далее еще покажем, что никакого предварительного воскресения мертвых и восхищения церкви за тысячу лет до страшного суда не будет. Следовательно, сейчас и есть время тысячелетней связанности сатаны. Также никакого основания не имеет суждение, будто тысячелетняя связанность сатаны нужно считать со времени воцарения Карла Великого, 800-й год, до наполеоновского времени, 1800-й год, время существования Священной Римской империи в Европе. Сатана был связан не при Карле Великом, а при Христе на Голгофе. В данном случае тысяча лет вовсе не буквальные тысячу лет. Как в Писании, так и в сегодняшней речи слово «тысяча» часто употребляется в значении «много». Мы часто пользуемся выражениями «тысячу раз», «тысячекратно», подразумевая не число тысячу, а большое количество множества. Часто встречаемся с такими выражениями и в Писании. Цитирую: «Я Господь, творящий милость до тысячи родов, любящим меня». Второзаконие, 5 глава, 9 стих. 10 стихи. Ибо перед очами твоими тысяча лет, как день вчерашний. Псалом 89:5. Вечно помнит завет свой. Слово, которое заповедал в тысячу родов. Псалом 104:8. Далее. Ты являешь милость тысячам. Иеремия 32:18. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. 2 Петра 3:8. Везде в этих местах число тысяча обозначает великое множество. Апостол Павел пишет: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». 2 Коринфянам 6:2. Не в будущем надо ожидать это время, но вот теперь день спасения, который у Господа как тысяча лет. Также, кроме множества лет, число тысяча означает и число совершенное, известное только самому Богу и определенное им для нашего спасения. Святой Андрей Кисарийский пишет: «Тысячи лет называется время от воплощения до пришествия Антихриста. Тысячу лет благоразумнее понимать не как таковое именно количество лет, но считать их или за многие годы, или за число совершенное. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время.
Когда кончится время благоприятное, день спасения, тысяча лет связанности сатаны, когда сатана снова будет отпущен и создаст свое седьмое царство на земле в лице Антихриста. Снова утвердится культ сатаны. Но все это на малое время, ибо ради избранных сократятся те дни. Матфея 24:22. Продлившись 3,5 года. И тогда придет конец. Второе славное пришествие Христова, всеобщее воскресение мертвых, восхищение церкви, страшный суд и кончина века. Вопросы? Нет вопросов? Мир вам, братья. Мир. Это Роман Фроликов. Ну, у меня как бы есть вопросы по тысячелетнему царству. Не у меня, а как бы по общению с адвентистами седьмого дня, вот, ну, в частности, тоже разговаривал. Ну, я им не смог не привести доводы. Только то, что вот как бы знаю, что святые отцы говорят, что вот уже оно наступило. Вот. То есть, что святые отцы не согласны с вашим, а вы осудили святых отцов, что они вот неправильно говорят. Но они приводят, говорят, вот сейчас новые сведения есть, какие-то там, то ли археологические, то ли еще какие-то. Вот. Случайно не в курсе вот этих новых сведений. Они, правда, дали книгу прочитать, но я так ее не особо так начал читать, но понял, что это против как бы православной учения, и не стал читать. Но я им так честно и признался, говорю, я не читал особо вашу книгу. Но я говорю, и вы особо-то святых отцов тоже не читали. Я говорю, почитайте тоже православных. А я, говорю, постараюсь изучить вашу книгу. Вот так. Ну и вопрос, как вот разговаривать тогда с такими людьми? Что им говорить? Когда они говорят, что вот новые сведения какие-то, которые доказывают. Вот. Или не стоит разговаривать совсем? Николай Тихонович, ответьте. Разговор о тысячелетнем царстве никогда не пропускайте мимо. Вы говорите, как бы. Вот слово «как бы» исключите. Здесь не подходит. Именно так. Лучшего толкования, вот как собрал отец Геннадий Фас, нету. Все какие вот выходят, я даже читал там Олег Синяев, там другие священники что-то говорят. Много хорошего, но вот так, с такой точностью, до одного места Писания приводить, этого нет ни у кого. Теперь вы разговариваете с людьми, которые не признают святых отцов. Поэтому ваши доводы тратите вы напрасно. Вы сначала покажите им по Святой Библии, которую они признают. Но они признают там 66 книг. Вот 66 вам хватит. Пример. Приходят люди, саддукеи ко Христу и начинают доказывать, что воскресения из мертвых нет. Придумали это 7 братьев, одну жену имели, умирает. Следующий, да, второй бы уже не женился на такой, которая умерщвляет мужей. Через нее демон, как книга Тавит об этом говорит. Здесь надо конкретно сказать. Воскресение будет в последний день. Оставьте расти вместе плевелы и пшеницы до жатвы. Их толкование дается в самом Священном Писании. Жатва-кончина века. Вот никуда не упускайте за ними. Если решили беседовать, обязательно, чтобы одинаково было дано время. Время. Я по этим темам проводил беседы буквально по всему Советскому Союзу и за рубежом. Это самая легкая тема для православных. Когда по этой теме все покажешь им, тогда легко разбивать их дальше, уже лежащих. Потому что если в таком важном вопросе они лгут, и лгут десятки раз, то
то легко показать на это что-то другое есть. Вы говорите, какая-то книга, это не какая-то книга, а книга Бакмелдера, автор, если не знаешь, запиши. Он там допускает примерно, я сейчас уже позднее время доставать это, 150 ошибок. Мне приходилось беседовать с большими общинами у баптистов. Но они договариваются, чтобы не было никаких записей. В руках у каждого одна только Библия, притом 66 книг канонических, и на основании их доказывать равное время дается. Но другие, кто слушатели, они могут писать что-то и подавать своим записки молча. То есть какое-то место писания, там то другое. Еще ни одного случая у меня не было за 55 лет, чтобы по-другому было. Полная, абсолютная победа. И они сразу останавливаются. А что тогда у нас остальные вопросы? Остальные еще хуже. Почему? Вот начинает такое-то вот говорит, на меня указывает Андрей Кураев, почему-то люди так приходят, Андрей этот, Олег Стеняев показывает. Моего ничего нету, я просто местописание показываю. До жатвы оставьте расти вместе. Скажите, после жатвы что? Кончина века. Вот нужно добиться, чтобы они сами рукой своей записали. Кончина века, жатва. А вместе расти плевел и пшеница. Но прежде плевел и свяжите. А у них прежде пшеницу на 1000 лет вознесите. Вы понимаете, как легко-то их брать-то? Не бегать за ними. Конкретно, чтобы все ответили, верите или не, не верите, что последний день. 6 глава, книга Евангелия от Иоанна, 4 раза говорится, что это будет в последний день. Ну, последний день календаря. Посмотрите, что за ним? Ничего нету. Кончилось. Последний рубль. Последнее дыхание. Ну, слово «последний», за ним нет ничего. И говорит, я воскрешу его в последний день. И Господь, когда встретился с Марфой, Марией, когда умер Лазарь-то, ты веришь ли, что он воскреснет? Она говорит, верю, Господи, что он воскреснет в последний день. То есть он так учил и так запомнили ученики. Последний день, а не за 1000 дней. Я говорю, в году сколько дней? Ну, все знают сколько. Ну, ответьте, 365. 365, а вы на 1000 лет раньше в 365 тысяч раз ошиблись. Вы просто беседуете, неправильно беседуете. Вот давайте вот наши книги, а я ваши буду считать, они не будут наши считать книги. А ты там утонешь в том, что он говорит. Не надо никогда идти на какие-то поблажки, конкретно до жатвы. Второе, не вот подтянул к берегу, плохое выбросили, хорошее... Плохое сначала выбросили, а там, говорит, сначала плевело собрать. Сходится, сходится. Это грешники. Не праведники в начале воскреснут, а грешники будут уничтожены. То есть брошены в огонь вечный. Тут вообще доказывать ничего не надо. И как... А вот, говорит, 1000-летнее царство, а где про него сказано? Нигде. Один раз во всей Библии, в духовной книге, только в духовной. Я был в духе. 20 глава, с 1 по 4 стих Апокалипсиса. Вот это надо хорошо запомнить. Ну, мы беседовали, они привели на память 4 места. Все. 4 места. Мне пришлось на память приводить им 72 места. И тут победа, не просто такая победа, они понесли это другим, говорят. Да у нас же все заблуждение. Вот откуда люди приходят. А теперь тут исследуют мой путь, как это. Да моего пути нету никакого. Я просто открываю Библию, я люблю Христа и Его Слово. Я заставляю считать. Но если на дому мы считаем, где-то, ну, записывают немножко, там, человек 5, 10, 15. Ну, я не закончилась, тема-то большая. И на завтра мы встретимся. Я останавливаюсь, живут мать с дочерью. Все записали, да, все, под запись. Я говорю, завтра мы будем беседовать дальше, но у вас этих записей не будет. Как не будет? Не будет записи, они за ночь будут украдены. Да ну, что-то прям... Еще ни разу не было, чтобы по-другому было. Приходим, начинают искать. Грамотные люди. Все переворошать нигде нету. Притом ни в одном городе, в разных областях. Результат везде один. Что это означает? Или они лгут, уничтожают, или сатана похищает. Только 2 варианта. Я говорю, а кто не приходил за это время к вам в дом-то? Нет никого, мы 2 с дочкой. Ну где? Да вот лежала на столе, вот здесь вот. А ты не брала, Лида? Нет, не брала. Мама, да что бы я брала-то? Притом ни один, ни два, 55 лет. Вдумайся в это. 55 лет я работаю с ними. Это самый коронный вопрос. Настолько он четко, ясно доказывается.
И вот здесь отец Геннадий, он начинал работу-то в моем доме, в квартире. Вот это толкование-то, я его побудил к этому. Я говорю, время нет систематизировать все. И он даже некоторые тут стихи берет, которые в разговоре я даже не беру во внимание. А он их взял, то есть еще расширил. Ну, просто будьте серьезнее-то. Приходят люди, желают беседовать, и вы не можете ничего сказать. Не трожьте святых отцов. Когда они уверуют, что мы церковь, и в церкви Дух Святой, тогда они примут святых отцов. Христос беседовал с саддукеями. Они ничего не признают, кроме пятикнижия. Ну, где сказано, что после смерти есть душа где-то у человека? Где? Согласно Слову Божие, вот сейчас если доказывают, пятикнижие. Бытие, Исход, Левит, числа, Второзаконие. Доказать нельзя. А Христос им доказывает. Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Ну и что? Но вы слышите? Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Написано, я есмь. Не был, а есмь. То есть, я сегодня являюсь Богом Авраама, Исаака и Иакова. Но они это понимают. Так и написано на иврите-то. Хорошо. И что это значит? Игнатий Тихонович, простите, пожалуйста, отключите видео. Еще люди просятся, может, из-за этого не пускают программу. Валентина Сартисон и вы, Игнатий Тихонович. Вы отключите всех, а меня... Сережа, вы всех отключаете, меня не отключаете. Нет, а отключите, а видео, а звук оставьте. Тогда меня отвечают. Там еще трое просят. Намного труднее это. Я прошу всех еще отключить, там одну кнопочку, а меня не нажать первую. Попросите Никиту. Ну, послушайся. Им очень важно. Они отключены, но они видят. Ну, просто не надо. Из-за того, что у вас видео, еще трое просят, они могут зайти. Ну, им-то зачем смотреть на меня? Они и так меня видят. У кого отключено? Да, из-за того, что у вас видео включено, программа не пускает. Я еще троих не могу пустить из-за того, что видео у нас. Много народу. Ну ладно, я тогда не буду объяснять еще все. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Вы объясняйте, пожалуйста, продолжайте. У вас своя работа, у меня своя. Перебил, обиделся. Ну, люди просят, что еще я не могу их пустить никак. Не понимают, что... А кто просится? Сергей, давайте я выйду, а Игнатий Тихонович продолжит с видео. Сейчас камера выключена? Нет, я микрофон. Да все равно это не помогло ничего. Сегодня в воскресный день, видимо, столько народу. Игнатий Тихонович, продолжайте с видео. Не прошло этот момент. Все равно не пускает, даже если видео. Разницы нету никакой, простите. Никита, почему не включается-то? Так. Никита. Что? Тогда дальше. Откровение, 20 глава, 4, 6 стих. Видео-то. Ну, веб-камера, видать, отключилась. Ну вот. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Дайте посмотрю. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Смотри. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Толкование. Стихах 1.3 было описано связание и заключение сатаны на 1000 лет. В стихах 4.6 описано тысячелетнее царствование Христа со святыми. Отметим сразу, что в этом тексте нет ни малейшего намека на чувственное земное царствование как предварительное изменение твари, а не земные блага. Речь идет только о духовном.
Сначала Иоанн описывает тех, кто будет царствовать со Христом в этом царстве. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Какие престолы увидел здесь Иоанн? Поскольку престолов несколько, то нельзя здесь усматривать указания на престол Божий. Нет указаний на прямую связь этих престолов с 24 престолами старцев, неоднократно виденных Иоанном в Апокалипсисе, хотя и нельзя такую связь отрицать. Неправомерно видеть сидящих на престолах и всех христиан, которые, по словам апостола Павла, будут судить мир, 1 Коринфянам 6:2, так как на этих престолах сидят все христиане, а только некоторые, остальные же будут названы тайнозрителем потом. В первую очередь под сидящими на престолах следует разуметь апостолов. Так святой Андрей Кисарийский пишет, что святым апостолам даны учительные престолы, с которых посвящены были народы. Они будут даны им и в будущем веке для осуждения отринувших евангельскую проповедь. С апостольских престолов Иерусалима, Антиохии, Ефеса, Александрии, Рима были просвещены христианским учением народы мира. А о будущем веке говорил Господь апостолам: «Сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израиля». Матфея 19:28. Апостолам и другим равноапостольным просветителям и учителям народов преимущественно представлены эти небесные престолы. Им дано было судить в церкви судом церковным, им дано было судить об истинных догматах и ересях, об установлениях церковных. Они же своим учением и своей жизнью осудят в будущем веке не принявших истину и не ревновавших о благочестии. Другая группа царствующих со Христом – это души, обезглавленные за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Это мученики всех времен, положившие жизнь свою за свидетельство веры в Иисуса и за проповедование Слова Божия. Особенно же подчеркнуто, что это те, которые не поклонились Антихристу, ни иконе его и не приняли печати его. Если не отделять краткое время царствования Антихриста от тысячелетнего царства Христа и считать, что оно длится от времени основания Церкви Христом до кончины века, то здесь можно буквально разуметь тех мучеников, которые пострадают при Антихристе. Кто-то микрофон не выключен. Так, у Александра Ерохина выключите микрофон. Подходя же строго к тексту, необходимо отделять время Антихриста от времени тысячелетнего царства. На это указывается дважды. «Доколе не окончится 1000 лет, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время». 20 глава 3 стих. «И когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден». 20 глава 7 стих. Тогда возникает вопрос: как же будут царствовать в тысячелетнем царстве не принявшие Антихриста, если он явится только по окончании этого царства?
Ответ на этот вопрос мы можем извлечь из Евангелия и послания Иоанна Богослова. Если спастись можно только через Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало было бы нам спастись, Деяния 4.12, то как могли спастись ветхозаветные праведники? Сам Господь об этом говорил так. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. И прежде, нежели был Авраам, я есть. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 56-58 стих. То есть день Христов простирается на все времена, и назад, и вперед. И Авраам, уверовав и обрезавшись, фактически принял через это самого Христа, и им был спасен. Так и об антихристе Иоанн пишет. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Первое послание Иоанна, 2 глава, 18. Так Иоанн в самом начале времени благоприятного мог писать о его конце, как о чем-то уже наступившем. Антихрист, человек греха, еще не пришел, еще не установил свои иконы и не начал запечатлевать своих подданных, но уже теперь много антихристов и последнее время. Так, со времен Христа и апостолов все, не поклонившиеся этим лжехристам и лжепророкам, все отвергшиеся мерзкого идолослужения и всякого безбожия и греха, все, сохранившие в челе своем правые мысли и творившие руками своими правые дела, уже фактически не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Таким образом, в этой второй группе, виденных Иоанном, можно разуметь всех христианских мучеников времени благодати. Всякий мученик, отрекаясь от мира, греха и сатаны, и умирая за Христа, уже фактически не склонил своих колен перед грядущим антихристом и не принял его печать. «И увидел я, — пишет Иоанн, — души обезглавлены». Не пишет просто обезглавлены, а именно души их. Этим подчеркивается, что он видит этих людей, когда их души отделены от тел. Тела обезглавлены и мертвы, души же пребывают у Бога. То есть люди эти не пережили еще телесного воскресения, и души еще не соединены со своими телами. Далее. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. На основании этих слов хилиасты выдвигают свои два лжеучения. Первое о том, что перед кончиной века, примерно за 1000 лет до страшного суда, будет предварительное или первое воскресение из мертвых всех праведников, а грешники воскреснут только через 1000 лет в последний день, чтобы предстать на страшный суд. Второе лжеучение о том, что будет видимое царство Христа на земле, в котором он будет царствовать вместе со святыми. Разберем эти два учения. Ложность учения хилиастов о двух воскресениях из мертвых и о предварительном
за тысячу лет до кончины века восхищения церкви видна из следующего. В чем же это ложность? Первое. Нет ни одного места в Писании, где было бы сказано, что восхищение церкви будет не в последний день при пришествии Христовом на суд. Также нет ни одного места о том, что воскресение праведников и грешников будет не одновременно в последний день. Второе. Так, ну второе мы, может быть, даже на следующем занятии прочитаем. Час прошел, пожалуйста, вопросы. У кого, если есть? Тогда продолжаем дальше. Второе. Укажем на нелепый вывод, к которому приводит учение хилиастов, усиленно распространяемое ныне во многих сектах. По их учению получается, что должно быть 4 пришествия Христова и 3 воскресения. Первое, когда Христос в мир через Деву, чтобы спасти людей. Второе, когда Христос невидимо для мира придет, чтобы воскресить церковь. Тогда воскреснут только праведные. Это будет первое воскресение. Тогда воцарится Антихрист. Он будет уничтожен через пришествие Христова, как сказано, что Антихриста Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. 2 Фессалоникийцам 2:8. Подробно поражение Антихриста через пришествие Христова описано в 19 главе Апокалипсиса. Это будет уже третье пришествие Христова. При этом произойдет и второе воскресение христиан, и будет их царство. Ожили и царствовали со Христом 1000 лет. 20 глава 4. Воскреснут опять-таки только праведные, ибо прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет, 20 глава 5. И в четвертый раз Христос придет на землю после тысячелетнего царства, чтобы совершить суд. Тогда только воскреснут грешники. 20 глава 12 раз. Это будет третье воскресение из мертвых. Такое. Непонятно, почему остановилось. Не, вот этих хилиазм. Напомню, что хилиазм – это тысяча хилиазм. Священное Писание говорит только о двух пришествиях Христова. О первом – для спасения мира, и о втором – для суда над миром. Цитирую. «Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Евреям 9:28. Еще сказано. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». Евангелие от Иоанна 3:17. И там речь только о двух пришествиях. Для спасения и для суда. Не сначала праведники будут прославлены, а потом через 1000 лет наказаны грешники, но... Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 6:27. То есть одновременно получат воздаяние и грешные. Причем здесь ясно сказано, что для праведных Он придет во славе, а не тайно и невидимо для мира. И еще сказано,
Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Евангелие от Матфея, 25 глава, 33 стих. Опять мы видим, что не отдельно будет приходить Христос для праведных и для грешных, а один раз для тех и других. Когда Он придет, то среди народа будут и те, и другие, и только тогда их разделят. И опять сказано, что для праведных Он придет во славе, а не тайно и невидимо. Спросим Хилиаста, о каком пришествии Христом сказано в Евангелии от Матфея, 25 главе, 31-46 стихах. Если это о восшествии церкви, то как же грешники предстанут пред Христом, ведь Он явится невидимо для них? Если о следующем Его пришествии перед тысячелетним царством для поражения антихриста, то, во-первых, откуда праведники? Ведь они же уже ранее восхищены. И как грешники посылаются в гиену, в огонь вечный, стих 41, если им еще только через 1000 лет надлежит воскреснуть и предстать перед страшным судом? Не могут ведь они за 1000 лет до страшного суда попасть в гиену. Если это о последнем пришествии на страшный суд, то как на него попали праведники, уже давно воскресшие, восхищенные и соединившиеся со Христом? Да и что за 1000-летнее царство благоденствия, в котором есть голодные, нагие, больные и даже темницы? Последний вопрос могут возразить только тем, что после 1000-летнего царства будет еще восстание Гога и Магога, и тогда опять будут праведные грешники. Тогда все эти слова Христа, Матфея 25:31-46, надо относить не к людям всех времен, а только к тем, что будут при восстании Гога и Магога. Таким нелепым выводом должны прийти хилиасты. Остается еще их спросить, почему же они сами все-таки в своих проповедях применяют эти слова Христа к ныне живущим верующим и совсем не думают, что это будет только те, кому выпадет жизнь при Гоге и Магоге. Так из простых слов Христа о своем пришествии на суд они выстраивают такие запутанные противоречивые системы, о которых вовсе ничего не говорит Писание. О том, что будет только одно пришествие Христа на суд, а праведники и грешники вместе будут на земле до этого дня, ясно говорит притча о плевелах на поле. Евангелие от Матфея, 13 глава, 24-30 стих, из 38-43. В ней праведники изображены как пшеница, а неправедные как плевелы, и сказано: «Оставьте расти то и другое вместе до жатвы, а жатва есть кончина века». Таким образом, никакого предварительного восхищения праведных не будет, и вместе все будут на земле до пришествия Сына Человеческого в кончину века. Вопреки словам Христа, хилиасты не оставляют пшеницу и плевелу расти вместе до кончины века, но собирают пшеницу на 1000 лет ранее. К тому же жнецам-ангелам будет сказано: «Соберите прежде плевелы». Хилиасты же собирают, наоборот, пшеницу на 1000 лет прежде плевел. Священное Писание что церковь будет на земле до кончины века и не будет взята с земли на 1000 лет ранее, чем тем более не будет взята ранее пришествие Антихриста.
Это мы уже видели в притче о плевелах, где сказано, что пшеница, сыны царствия, будет до жатвы, которая есть кончина. Небо сказал им. Пока он сам не придет за ними в кончину века, а не на тысячу лет ранее. Сказано также о таинстве Святой Евхаристии. Цитирую. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». 1 Коринфянам 11:26. Значит, до кончины века будет церковь, будет апостольское священство. Евангелие от Матфея 28:20. Будут совершаться святые таинства. О том, что церковь не будет восхищена. 15 глава, 4-6 стих, 14 глава, 15 глава, 7 стих. А нет, не 14 глава, 6 стих, 12 глава. О том, что пришествие Христова не будет прежде Антихриста, как учат ныне сектанты, ясно пишет апостол Павел. Цитирую. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашим собрании к нему не спешить колебаться умом и наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Антихрист. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1-3. Здесь апостол днем Христовым называет пришествие Христа и собрание верных к Нему. То есть то, что сектанты называют восхищением церкви. Так вот, апостол убедительно просит и умоляет не верить тем, кто утверждает, как ныне сектанты, что прежде Антихриста. Нет, пишет он. Прежде откроется Антихрист. Учащих же подобное он прямо называет обольстителями. Остается только удивляться тому, как люди, читая этот текст, продолжают говорить о предварительном восхищении церкви. Воистину, это уже не заблуждение, а обольщение. И пятый пункт, доказывающий ложность этого учения. Священное Писание учит также, что будет только одно общее воскресение из мертвых всех людей, и праведных, и грешников. И будет оно в последний день в кончину века. Никакого же воскресения праведников за 1000 лет до воскресения грешников не будет. Об этом говорят уже рассмотренные нами слова Христа в Евангелии от Матфея, 13 глава, 24-15 стих, 38 главе, 43 стих, так, 38 стихе, 40, и 43 стих, и в 25 главе, 31-46. Кроме того, об этом Спаситель говорил еще так: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресении осуждения». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29 стих.
Не говорится о разных временах воскресения для делающих добро и для делающих зло. Но говорится в единственном числе о времени, которое воскреснут те и другие. То, что отдельно называются воскресение жизни и воскресение осуждения, говорит не о разных их временах, а о разных качествах. Одни воскреснут для жизни на небе и получат соответственные тела, Филиппийцам 3:21, а другие воскреснут для осуждения в огонь гиены и получат соответственно тому тела, как и сказано, что многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Пророк Даниил 12:2. Особенно ясно учил Иисус Христос об одном общем воскресении всех, и праведных, и грешных, в своей речи о небесном хлебе жизни. Будут ли еще дни после последнего дня? Потому и называется последний, что после него дней уже не будет. Так вот, Христос учит, что все праведники воскреснут не за 1000 лет до последнего дня, а именно в последний день. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Еще. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И вот еще, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. И еще, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. То, что